Всем привет, дорогие друзья! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. В этом видео у меня будет обзор моего личного заказа. Я купила товары с распродажи, она у нас длилась целых 3 дня, и компания предложила такие приятные скидки, что пройти мимо просто было невозможно. Я быстренько посмотрела, что у меня заканчивается, что я хотела бы из продукции повторить, и оформила этот заказ, и он у меня, знаете, такой получился приличный, на 55 с лишним баллов. В общем, действительно, очень выгодная оказалась у меня покупка. И здесь у меня будет большое количество декоративной косметики, много средств по уходу. Здесь будет также мыло, парфюм. Один из парфюмов я купила. В общем, сейчас я вам все покажу и расскажу. Но еще несколько слов мне хочется сказать относительно того, что действительно, компания в 9-м каталоге сделала столько много акций, столько предложений и для льготных покупателей, выгодных предложений, и, конечно же, в помощь бизнесу, консультантам, что хочу выразить просто слова огромной благодарности за такую поддержку бизнесу, за то, что компания действительно с человеческим лицом и всегда смотрит в сторону помощи своим консультантам и, естественно, предлагает какие-то выгодные позиции для покупателей. В общем, быть льготным покупателем в компании Faberlic действительно очень выгодно. Тем более, что всю эту продукцию я приобрела с хорошей скидкой 26%. А у того, кто впервые зарегистрировался, скидка сначала 20%, постепенно ее можно увеличить до 26%. Если вы еще не являетесь таким льготным покупателем, конечно же, обязательно им станете. Под данным видео есть активная ссылочка. Оформляйте свой личный кабинет, совершайте из него покупки и уже со скидкой минимум 20%. А также получайте подарки за свои покупки. Например, у нас сейчас в подарок 500 рублей за заказ от 1500, да еще и скидка 20%, представляете? То есть 1500 заказ, а оплатите вы всего лишь 700 рублей, плюс стоимость доставки, она у нас, как правило, невысокая. Вот в нашем регионе всего лишь 99 рублей за такой заказ будет доставка. Так что действительно выгодно, и насколько выгодно, я еще вам вот несколько цифр назову. Значит, заказ у меня на 6393 рубля, это в ценах каталога, со скидкой 26%, это 4809 рублей, то есть почти 1600 рублей экономии. Представляете, как здорово, 1600, ну, на дороге не валяются, я думаю, тем более, что продукция действительно качественная, продукция востребованная, есть смысл, конечно же, оформить эту скидочку и пользоваться с большим удовольствием всеми льготами и преимуществами, которые предоставляет компания Faberlic. Итак, я перехожу к обзору своего заказа. Здесь у меня очень много уходовой косметики. Я решила повторить серию ICOL. Благо, что в распродажу на эту серию были очень приятные цены. И у меня уже заканчиваются уходовые средства. Хотя я вот приобрела новую линейку Green Karma. Тоже практически всю. Тоже буду ей пользоваться. Ну и вот эта серия ICOL, она не теряет своей актуальности. Я уже много средств из этой линейки протестировала и сейчас решила ее повторить, купила еще больше сверх того, что я уже тестировала. Давайте я вам расскажу, что же я приобрела. Во-первых, я уже пользовалась вот таким гидрофильным маслом. Я специально вскрыла коробочку, чтобы не шуршать и удобно было вам показать. Гидрофильное масло, вообще, оно применяется в случае, когда вам нужно снять либо макияж, либо очистить кожу лица, как правило, вечером, вечернее время для снятия макияжа. И действительно, оно масляную текстуру имеет, но оно очень хорошо смывается с поверхности кожи, и кожа прям, представляете, вот такая становится мягкая. То есть оно еще помимо очищающего эффекта обладает и питательным эффектом. То есть здесь есть еще и компоненты, которые ухаживают за нашей кожей.
гидрофильное масло, нежно ухаживая за кожей, поможет удалить самый глубокий макияж, проникая глубоко в поры, очищает и сужает их. А я вам сейчас покажу вот свою пустую баночку с гидрофильным маслом. Там уже совсем ничего не осталось. Баночка у меня ушла в обзор пустых баночек. Я его еще не проводила, так что не пропустите такой обзор. Скоро будет на моем канале. Артикул этого гидрофильного масла 0844. Вообще, на самом деле, корейский уход, а ведь серия Асиул, это у нас корейская линейка в компании Faberlic, и создавалась она совместно, это совместная разработка компании Faberlic с корейской лабораторией BioSpectrum. Это даже отражено на упаковке. И корейский уход за кожей лица, он предполагает 10 этапов, представляете? И там технология такая, что сначала более легкие текстуры вы накладываете на лицо, а уже в последнюю очередь более тяжелые текстуры, маски. И за счет вот такой многоэтапности создается эффект чок-чок. То есть эффект сияния кожи, эффект молодой, увлажненной кожи, эффект ровной, идеально ровной кожи. И кореянки, конечно же, отличаются такой кожей, отличаются такой естественной красотой, и это за счет вот как раз такого ухода. В составе вот всех этих средств, о которых я сейчас еще буду рассказывать, входят только натуральные компоненты. Здесь экстракт гнезд салангана, вот такой компонент. Саланган – это птица, и птицы вьют себе гнезда из раковин, то есть из морских каких-то природных материалов, и вот экстракт этих природных материалов как раз входит в состав этой корейской косметики. А еще в составе этой декоративной косметики входит такой компонент, как муцин улитки. Вот в некоторых средствах тоже природный ингредиент. Все эти текстуры, они, как правило, гелевые текстуры, они легкие. А гелевые текстуры, они еще с хорошим эффектом увлажнения, они хорошо удерживают влагу в коже лица. Ну и некоторые из них на основе гиалуроновой кислоты, тоже гелеобразную текстуру имеют. В общем, вот эта система ухода за кожей лица, она дает очень-очень хороший результат. И она, кстати говоря, подходит абсолютно для всех возрастов. То есть здесь нет такого, что это только там возраст 40 плюс или только возраст 30 плюс. Нет, это уход, который подойдет абсолютно для всех, просто нужно подобрать для себя эти средства, то, что подойдет конкретно для вашего типа кожи. Итак, значит, первое я вам уже назвала, это гидрофильное масло, очищающее масло. Дальше, следующее, это тоник. То есть увлажняем кожу. Витаминный тоник. Вот так он выглядит. Я уже приобретала такой тоник, использовала уже давно-давно, потому что вообще на самом деле у нас эта серия вышла, наверное, пару лет назад. И вот до сих пор она в наших каталогах, до сих пор она пользуется большой популярностью и очень эффективна. Витаминный тоник, артикул его 0852. И смотрите, что здесь в составе. Он обогащен комплексом витаминов, экстрактом азиатской шелковицы белый, эффективно питает и увлажняет кожу, способствует борьбе с несовершенствами кожи. Он в виде спрея. У меня сейчас руки пропитаны кремом и скользит крышечка, то есть, ну, наносите на лицо, даже вот сейчас он освежится, нанести. Он такой приятный, вот на самом деле, такая вот вуаль из этого тоника сейчас упала на мое лицо. Так, что еще я приобрела? Вы знаете, я не покупала из этой серии скатку. Гель-скатка, есть такое средство. И когда я вскрыла упаковку, смотрю, ничего себе, я думала, это маленький какой-то там небольшой тюбик будет, а на самом деле здесь прям аж полноценных 100 миллилитров. И смотрите, что делает этот гель-скатка. Он мягкий, и
Он обеспечивает особый вид очищения кожи, поможет деликатно удалить ороговевшие клетки, не нарушая липидный баланс кожи, и стимулирует процесс обновления кожи, улучшая цвет лица и придает ему свежесть. И я, когда прочитала информацию о нем, услышала хорошие отзывы, решила, что мне это средство нужно обязательно не то что пробовать, обязательно им пользоваться. Так что за тест тоже проведу. Если интересно, могу опубликовать вам видео вообще с тестированием всей вот этой корейской серии. Если интересно, пишите в комментариях, нужно вам такое видео или нет. Дальше, что я еще в этот раз приобрела? Это из этой же серии Асио. Смотрите, каких красивых все коробочках. Вот подарить такое, ну это же просто великолепно, да? Смотрите, здорово. Значит, я приобрела еще ночную маску. Я ее тоже раньше не покупала. Вот такой баночки. Это не стекло, это пластик. Но это роли не играет на самом деле в эффективности, да, этого средства. Похоже на крем. Давайте я нанесу какое-то количество, вот с крышечки прям возьму. И вот сюда. Тоже вот сейчас ощущаю, что это гелеобразная, в общем-то, текстура. Такой достаточно плотный прям крем. Но это маска, да, это не крем, это маска. Смотрите, очень приятная здесь такая отдушка. И вот сейчас я разнесу. Все-таки я приличное количество взяла. И знаете, вот сейчас прям чувствую очень хорошее увлажнение, прям холодок у меня вот такой вот по руке пробежал. То есть действительно здесь будет отличный эффект увлажнения. Кожа такая мягкая становится, настолько приятно. Вообще офигенская просто серия. В общем, понравилась мне маска вот пока так, вот в таком тестировании, но обязательно нужно наносить на лицо, но я уверена, что она и на лице будет отлично себя вести. Кстати говоря, хорошо впитывается. Очень приятный аромат. Так, сейчас я уже руки себе намазала. Дальше. По сути, это все средства из этой линейки Айсиол. Еще там было одно средство, даже не одно, а два в распродаже. Это гель-трансформер для лица, это мой, я не стала покупать, я вам просто хочу продемонстрировать, как бы вот в завершение вот этого обзора корейской уходовой косметики, и гель для века с муцином улитки. Вот эти два средства, они у меня есть, и я хочу вот все вместе начать такой вот уход, корейский уход за кожей лица, и от начала, чтобы и до конца, вот все средства, и затем поделиться с вами уже своими впечатлениями, когда у меня все закончится, насколько мне понравилось, ну, может быть, и не понравилось, может быть, что-то и не подойдет, не знаю пока, потому что не все я тестировала из этой серии. Так что ждите еще в других видео мои, скажем так, впечатления от использования данной линейки. А если у вас уже есть свои впечатления, делитесь в комментариях, пишите, какие у вас впечатления от данной серии ICU. Что еще из ухода? Я купила вот такой крем The Line из серии The Line, крем после бритья и депиляции. Такой крем я уже покупала. И артикул его 2572, назову вам. Значит, я уже им пользовалась, у меня он закончился. Действительно, этот крем, который очень хорошо снимает раздражение, раздражение после депиляции, да, когда вот это неприятное покалывание, жжение, покраснение возникает, у меня всегда это бывает. И вот этот крем, он действительно обладает и очень хорошим ухаживающим действием на кожу, и он снимает вот эти неприятные изменения на коже, которые возникают после депиляции. В общем, крем этот я могу спокойно и смело рекомендовать. И сама вот уже, наверное, третью упаковку этого крема после депиляции приобретаю. Еще из ухода это уже от компании Bioessence. До этого момента я приобретала кремы для рук. А вот этот крем для ног из серии Бора Бора я еще не покупала. Крем для рук из серии Бора Бора, из линейки Бора Бора я
покупала. Он такой очень с ярко выраженным фруктовым тропическим запахом, там манго, папайя, что-то такое, очень прям такое выразительное и не совсем может быть мой аромат, но впитываемость у того крема, она просто шикарнейшая. И вот этот крем для ног, давайте сразу, артикул 2435, называется «Зеленый коктейль». Я уже его не то чтобы протестировала на ногах, а наносила на руку, сейчас не буду, потому что здесь у меня уже смесь всего, и обнаружила, что у него не резкий, не яркий такой какой-то аромат, и смотрите, что у него в составе. Цветочная вода нероли, которая увлажняет и восстанавливает эластичность кожи. Экстракт кокоса насыщает кожу витаминами, тонизирует, освежает и регенерирует. И подходит этот крем для сухой и раздраженной кожи. А также в составе экстракт манго, который защищает кожу, увлажняет, омолаживает и тонизирует. Но в любом случае мне понравился здесь аромат, отдушка. И мне понравилось, что на руке вот этот крем, когда я наносила, он быстро впитался. Соответственно, он будет впитываться тогда быстро и на коже ног. В общем, все кремы от компании BOC для рук и для ног хороши тем, что они действительно очень хорошо питают, увлажняют, защищают кожу. И плюс они очень-очень хорошо впитываются. Поэтому я влюблена в эти кремы. Дальше, что еще у меня в заказе. Давайте я вам сразу покажу воду парфюмерную. Это Beauty Cafe. Такой пудровый, нежный, цветочный аромат здесь. И вот эта водичка, она прям вот по совсем минимальным ценам была за 699 рублей. Представляете, она обычно стоит 999 рублей в каталоге. Естественно, еще и скидка 26% на нее сработала. То есть за 500 с копейками я ее купила. Очень классная вода. Артикул 3163 на летний период. Такой нежный цветочный аромат. Ну, правда, пудровая водичка. Есть некая сладинка. Прям такая легкая, хорошая шлейфовая водичка. И я ее купила, успела положить в корзину, потому что потом заходила в корзину и уже не было в распродаже этой воды, появилась какая-то другая. И еще 5 штучек мыла. Я не буду сейчас все вам показывать, шуршать. Апельсинка. Это мыло у нас еще зимней серии. 27-37 артикул. По распродаже 49 рублей. Это в ценах каталога. Естественно, 5 штук я купила. Но это и в заказ с клиентским в качестве подарка можно положить. И сами мы пользуемся таким мылом. Мне нравится и аромат у этого мыла, и форма такая кругленькая. Очень удобно в руке его держать. Ну и сейчас я вам расскажу про декоративную косметику, которую я приобрела, серия Glam Team. Здесь много у меня декоративки. И давайте начнем по порядку. Я повторила палетку теней. Такая палетка у меня не то чтобы была, она есть, но случилась с ней беда. Она у меня упала на пол и случайно раскололись несколько здесь теней. Потом я активно ей пользовалась. Это зеленая палетка теней. Вот камера немножко искажает. На самом деле, ну вот может быть где-то так вот. Вот так цветовая гамма, такие зелено-травянисто-болотистые оттенки. Очень красивая палетка теней. И вы знаете, она очень-очень хорошо пигментированная. Когда вы будете наносить на веки эти тени, они будут яркими. И здесь есть и шиммерные тени с эффектом поблескивания, есть и матовые тени. В общем, очень нравится мне эта палетка. Но она вот в таких оттенках зеленых, как я вам уже сказала. Артикул палетки 5740. Классная палетка, я ее повторила. Вот сейчас, вот смотрите, сейчас камера прям практически один в один передает оттенки этой палетки. Поближе поднесу. Посмотрите, а вот этот он еще такой переливающийся эффект у него. Он самый темный, но с таким вот
Видите, с шиммером. Очень классная тень. Прям качество великолепное. Следующий продукт, который я купила, это румяшки. Вот такие румяшки я уже две штуки покупала. Представляете, они у меня падают и разбиваются. Ну вот, неаккуратно я в этом плане. Я очень такая девушка активная. Может быть, в каких-то моментах рисковатая. Вот выскочит из рук и разобьется. И жалко очень. И пользоваться уже невозможно. Я вот две упаковки уже практически выбросила. Очень классные румяна, прям шикарные, шелковистые. Это вот самый темный оттенок, который у нас в каталоге прописан, но на самом деле, когда наносишь на щеки эти румяна, они не смотрятся такими темными. Это естественный такой получается румянец. Классные румяшки и артикулы их 6410. Тоже купила по распродаже по очень приятной цене, что-то в 250 рублей, что ли, они мне обошлись. Ну, просто в распродажу какие-то такие нереальные были цены, что невозможно было мимо пройти и не купить. Еще я купила тоналку. Это у нас увлажняющая тональная сыворотка и артикул 6478. Вот вы знаете, по памяти могу вам сказать, что вроде как это естественный бежевый. Там был, по-моему, золотистый бежевый и естественный бежевый, вот если я не путаю. В общем, я обычно покупаю или естественный бежевый, или золотистый бежевый. Ну вот один из двух какой-то это оттенок. Тональная сыворотка тоже с уходовыми компонентами. Сейчас я ее прокачаю. Ой. Не темновастая ли она, что-то прям как на слоновую кость похоже. Нет, не темновастая. Это естественный бежевый, скорее всего, оттенок. В общем, не зря она называется сыворотка, потому что действительно вот эта декоративная косметика, она не только маскирует какие-то недостатки кожи, она еще и ухаживает за нашей кожей. Вот такая вот тоналочка. Видите, она прям вот подстроилась под оттенок моей кожи. Мой, значит, тон. В общем, я такими оттенками, как правило, и пользуюсь. Тоже в линейке Glam Team. Вот такая тоналочка. Дальше это не все. Еще из декоративки я купила тоже. Это, естественно, все с распродажем. Купила две туши. Одна тушь Glam Cheek. Мне нравится эта тушь, уже, наверное, третью или четвертую, может быть, штуку я купила этой туши. Есть необычная такая фибровая кисточка, она прям вот большая, но ее достаточно прям вот два раза нанесли, ну, в смысле, вот раз-два, два движения сделали, и уже ресницы у вас прям и пушистыми стали. Она создает и объем, и хорошо разделяет реснички. В общем, классная вот эта кисточка, мне она подошла. Но опять же, это нужно смотреть, подбирать кисточку с учетом особенностей ваших ресниц. У меня реснички короткие, не сказать, чтобы они у меня были редкие, нет, не редкие, но и не густые. Они у меня такие средние по густоте, но они у меня короткие и всегда мне не хватает длины. И, конечно же, вот этот эффект распахнутых ресниц тоже хочется видеть от любой туши, которую я использую, но вот эта тушь дает такой эффект, сразу несколько, причем дает эффектов. Так, артикул туши 5869, и давайте прочитаем, что здесь написано про нее на упаковке. Эффект накладных ресниц с первого взмаха щеточки. То есть, действительно, она очень хорошо прям вот распахивает ресницы, то, о чем я вам говорила, и создает эффект накладных ресниц. Скошенная фибровая кисть прокрашивает каждую ресничку и позволяет нарастить объем слой за слоем. И еще одну тушь я купила. Сейчас я вам ее покажу. Мисс Курл называется линейка этих тушей. И там было, по-моему, несколько, то ли три, что ли, цвета, то ли больше. Ну, в общем, вот такая кисточка, очень интересная. Это уже гибкая кисточка, силиконовая. Видите, она немножечко с одной стороны как бы плоская такая, а с другой стороны она вот как бы так вот вогнута. Такой дугой как бы кисточкой, и здесь мелкие-мелкие такие коротенькие щетиночки у этой кисточки, но
Эта кисточка подойдет, конечно же, для тонких ресниц, для ресниц, которые нужно удлинить. Она реально прям тоненько ложится и удлиняет, разделяет каждую ресничку. Очень хорошая тушь, мне она нравится, и моим ресницам эта тушь тоже подходит. Я не первый раз такую тушь приобретаю, и даже сейчас у меня еще лежит точно такая же тушь, только в сиреневом оттенке. Но я не часто пользуюсь этим оттенком, но по эффекту она такая же, прям вот тоже классная в плане нанесения на ресницы. Ну что ж, вот видите, сколько у меня получилось товара в заказе. Вот такая серьезная у меня была закупка в распродажу. И действительно много дорогих товаров, которые я приобрела по очень хорошей цене. И вся покупка мне обошлась 4809 рублей. Ну это просто какие-то нереальные цены. И скидки были там и 50, и, по-моему, даже больше процентов на отдельные товары. Но, к сожалению, распродажа у нас уже закончилась, но это не первая и не последняя распродажа. У нас часто бывают распродажи, поэтому еще раз повторюсь, что быть зарегистрированным пользователем в компании Faberlic очень выгодно. Вот эта распродажа, она для зарегистрированных пользователей была, так что не упустите такой возможности и оформляйте свой личный кабинет вот по ссылочке под данным видео. А я говорю вам всем пока. Если видео вам было интересно, полезно, ставьте лайк. Если не подписаны на мой канал, подпишитесь. Увидимся с вами в новых моих видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина.